рисованные слайды. Getting things таки да, done называется. Вам кое-что покажу. Да, я хочу сказать, я прошу прощения всем, кому я дал визитку сегодня одной рукой. И второе, что если вы взяли только одну визитку, вам двух не хватает, могу вам дать две свои. Вот. Getting things таки да, done или GT таки да, де. Если по-русски. Все, наверное, знают книгу вот Вуди Аллена, Дэвида Аллена, Getting Things Done. И, знаете, я вот... Это ужасный перевод на русский язык, называется «Как привести дела в порядок». У меня дела в порядке, у меня плохо с тайм-менеджментом. Не покупайте русский перевод, покупайте английский перевод. Вот я был в Штатах первый раз. Не покупайте никакой перевод, покупайте оригинал. На чистом американском английском. Дэвид Аллен. Был я в Штатах, решил принести маме подарок. Привез я эту книжку, но на английском языке. Проходит 2 года, говорю, мама, ты ее прочитала? Она говорит, нет, у меня не было времени на это. Some people just don't get it. Вначале нужно getting. Это первая фаза. Вторая фаза — это getting things. Мы сейчас, как я говорил, коучим один банк. Команда умеет поработать, работать им не на чем. До того, как getting things done, нужно научиться getting things сделать. И потом, может быть, в итоге у них получится getting things done. Но это еще не все, потому что working software — это agile версии 1.0. Если вы знаете. Важно getting things done right. Вещи нужно делать правильно, а не просто их делать. Это путь, это как бы самый левый путь экстремистов, которые себя называют экспишники, и они очень много внимания уделяют тому, чтобы делать вещи правильно. Есть такое движение craftsmanship, ремесленничество в IT, оно сейчас довольно популярно, оно набирает свои обороты. Люди наконец начинают обращать внимание на то, как делать вещи правильно. Это путь XP. Чуть менее левый путь. Центральный путь — это путь скрама, getting right things done. Да? Первое, что мы делаем, когда мы приходим в компанию, где запускается скрам-проект, мы пишем бэклог и помогаем команде работать над правильными вещами. Ну и в итоге, может быть, они придут к тому, чтобы getting right things done right. Это вполне самое правильное определение GTD. Или GT — это GTD. Есть еще одна вещь. Это был западный мир. Так работают американцы. Есть восточный мир. Он называется getting things undone. Или getting things down. Он, это мир лин, да, вот бережливая или обезжиренная разработка, где первым, что делают, когда внедряют лин, убирают мусор. Они говорят, что есть 7 видов мусора в любом процессе. Это транспортировка, это излишняя обработка. Это избыточная функциональность. Артем, подскажи мне, что еще. Есть еще другие... Ожидание чего-то. Незаконченная работа, спасибо тебе. Work in progress. Есть множество неоптимальностей, когда они называют мусор или waste. И первым делом они устраняют эти вещи. То есть если вы можете пойти в проект и идентифицировать 50 фич, которые никому не нужны, их делать не нужно будет, вы, по сути, возможно, спасли ваш проект, еще ничего не сделав. Getting things undone. Это таки да, конец моей презентации. У нас что? У нас еще есть куча времени. Мы опять плохо рассчитали время, да? Все, кто надували шарики, об этом знают. А, наверное, мы погуляем, пообщаемся, такие, да, обменяемся визитками.